Раз, раз, раз. Есть такие женщины на свете, на подъем, как в юности, легки, любят их и взрослые дети, чтут и молодежь, и старики, в сложной повседневности бурлящие, уважать привык в любой момент их не только руководящие, но и подчиненный контингент. Трудности, преграды, не помеха, принимают четко все, как всех. Всяческих нагрузок, перегрузок и на службе, и в дому не счесть, качеством особым обладая. Есть между ними женщина такая, может внука всей душой любить, у меня их много, позарез быть нужной пациентам, докторам, доцентам и студентам, книголюбам и корреспондентам, и при всем при этом, именно при этом он написал, и при всем при этом очень милая женщина быть. Но извините, что это расслабление какое-то. Но вот он это легко и просто делал. Вот сидит, смотрит и вот так вот написал. Поэтому спасибо вам большое. Конечно, это человек действительно заслуживающий того, что вы для него сделали.